Уважаемые друзья, Украина сегодня – это не только Киев, это не только Майдан, Крым, Донецк, Днепропетровск, Львов, Тернополь. Украина – это еще дети. Дети, живущие в детских домах, дети, живущие в приютах, дети, живущие в семьях, которым порой их не во что одеть. В пылу страстей, разрушений памятников, захвата зданий мало кто задумывается об этих детях. Поэтому я хочу от имени детской организации «Солнечный мир» призвать вас всех повернуться лицом к детям, независимо от того, где они находятся, в каких регионах нашей страны. Просто протяните руку помощи, окажите, кто чем может, любую помощь, улыбкой, вниманием, посылкой, финансовая поддержка, карандашом, ручкой, резинкой, ведь это им надо, игрушки им надо. Они ждут от вас внимания, и они должны знать, что они не одиноки, что они с нами, а мы с ними. Спасибо вам большое. Надеюсь на понимание и верю, что все у нас удастся.